Отвечаю на вопросы по поводу будущего чиновников Российской Федерации, а также всех силовиков, их детей, семей и так далее, депутатов, политиков, олигархов обязательно. Кто принял иудаизм, является обрезанным по половым органам, вот, равинатым, и, соответственно, которые имеют компроматы, педерастии, педофилии, ну, людоедство, ну, кто участвовал в этих ритуальных обрядах, закрытых, тайных, при выборе общенационального лидера В.В. Путина, царем в иудейское царство мертвое с обманом русского народа. Объясняю. Существуют черные сети, которые знают все спецслужбы. И в этих черных сетях заказывают убийства, заказывают какие-то мероприятия, которые являются ритуальными. Ну, например, вот Брянский был генерал, я вам рассказывала. У него сын начал, как бы у него свадьба. И вот этого генерала сына убили. Все это знают прекрасно, выпустили в него калаш ровно за сутки до свадьбы. Его убийство было запланировано за 5 лет. Потом не смогли найти убийц, ничего, просто так оказалось случайно, что девушка, которая обещала моего брата ждать, она оказалась, вот выходит за этого сына генерала. Она написала ему брату, что извини, до свидания. И я об этой истории почему узнала, это было еще когда? Это вот советское время, 90-е годы. Ну, то есть был заказ на сына генерала. То есть тогда прибежали расследования, думали, что мой брат убил его, а он оказался в части, дежурил, и все подтвердили это. То есть не уходил, автомат не брал. Но, в общем-то, вот калаш ему выпустили. То есть его похоронили, свадьба не состоялась. Так вот, сегодня, буквально вчера, также во Франции, 3 человека, дети известных бизнесменов России, которые имеют прямое отношение к иудаизму, развивают криминальную коррупционную экономику. Вот вчера, значит, могу сказать, что один в бассейне резко утонул, где по колено. Второй, значит, тоже попал случайно, случайно задохнулся. Ну, и у третьего был инсульт. То есть вот вам, пожалуйста, войны, которые объявлены были иудеями, славянам, да и всем нормальным человеком, которые не продают свою веру и в криминальную коррупционную экономику убивать, грабить, насиловать и им подчиняться, не отдали управление над собой через принесение клятвы каким-то там раввинам, чиновникам, педерациям и так далее. То есть они служат своей семье, роду и своему народу, коренно. Поэтому хочу сказать, что в ближайшие 50 лет вот эти наши чиновники, которые вошли в криминальную коррупционную экономику, Маша Гайдар, ну вот все дети чиновников, Гудков-старший, Гудков-младший, Ходорковский-старший, Ходорковский-младший, Чубайс кричит, что у него нет детей, да все они там. У Ленина не было детей, да все они там. У Платошкина нет детей, да уже их вписали в криминальную коррупционную экономику, они все там, и по цифровой, и по ДНК легко видно. Так вот на всех из них, которые обманывали, вот, допустим, вы знаете, Мальцев кричит на родовластие, сидит во Франции, он же возглавил здесь революцию какую-то против Кремля, чудо там такое, и мальчишек молодых совсем ни за что посадил, он всех слил. Он сбежал во Францию, родил там дочь. Вот мне известно стало, что только на его дочь, когда у нее будут определенные знаковые события, вот поступило 8 заказов на его террористический акт. То есть, чтобы вы понимали, вот этих иудеев будут убивать террористическими актами, будут топить в море, где по колено и так далее. Эти, как их называют, ну, кто там одевает эти, как их называют, скафандры, вот, и так далее. То есть, все это будет выглядеть как бы естественным путем. Инсульт и инфаркт, утонул, утопился, застрелился. То есть все, что делали они, зарабатывая себе кровь на других. Вот у Кириенко, я знаю, что сейчас 3 заказа, там оказывается какие-то, насколько я поняла, его жена занималась сватыванием через батюшек девушек, как суррогатных матерей, там, ну типа такое что-то. Что вот у меня пришла вот сорока на хвосте, наш инсайдер сказал, что на Кириенко 3 заказа на, лично на него и так далее. То есть, понимаете, сегодня они пытаются обеспечить себе безопасность, набрав огромную армию, но это армия, которая их охраняет, не обладает новейшими технологиями, которыми сегодня используется современная человеческая цивилизация для ликвидации без тиха, без звука, без пыли, не так, как Рузвельт ножом и мечом за ночь вычистил и убрал Великую депрессию, вот этих вот всех, кто вписан в эту криминальную экономику. Причем, обращаю ваше внимание, те, кто вписан в России, на Российской империи, территории, в эту криминальную экономику в Украине, в России, в Казахстане, везде. То есть они, чтобы вы понимали до конца, они не имеют права принятия решений, у них мозгов своих нет. Вот Кириенко занимается полностью внутренней экономикой России. То есть вы понимаете, да? Он отвечает за все здесь. И с него будут спрашивать, кто? Ну, вы понимаете, нас же видят эти финансовые потоки. Поэтому сегодня, вот, понимаете, главной проблемой являются печатные станки. Одни с ума сошли за границей, торгуя вот этим баблом, а вторые с ума сошли в России, печатая то, что никому не надо. Настоящие ресурсы – это народ, это трудовая деятельность, это природные ресурсы, природные полезные ископаемые и так далее. А фантики ничего не значат.
Проходит любой кризис, их увеличивают, уменьшают, меняют валюту, меняют ты-ды-ды, и все это обесценивается. И, естественно, сегодня стоит вопрос огромного количества мыльного пузыря, который накопился, который никому не нужен, и количество этих бабла, которые они накопили фантиками, оно не соответствует тем ресурсам, которые сегодня есть. И поэтому они дожирают народ, то есть без народа они паразитировать не смогут. Им нужно кем-то управлять. Собой же не будут управлять там секты это. Понимаете, нужно обязательно кому-то пристроиться. Когда-то сжирали немцев, сегодня не залезли в Россию, особенно с 17-го года. И нужно понимать, как их будут ликвидировать. Никто им ничего объявлять не будет. Кедми кричал: русские вас объявили вне закона, ваша культура мешает нам жить. А кто сказал Кедми, что русские их не услышали, и все остальные? Кто сказал, что Кедми кто-то объявит официально войну этой падали, которая ничего объявить не может? А почему они могут объявить войну? У них ничего нет, они голодранцы. Они вступали в Российскую империю с голым задом, без языка своего, без своей культуры. Если не за 100 лет выучили русский язык, хотя первые декреты Советской Республики они писали на иврите, то это не значит, что они смогут подменить историю опять, написать, что это они тут были коренными жителями, как они это пытаются сказать, что это их культура, их язык. То есть эта падаль пытается все хорошее забирать, а всю грязь кидать на кого-то. Но в этот раз у них не получится, потому что сегодняшние современные технологии позволяют вычислить любого. Вот встаешь человеком и спрашиваешь: кто ты? Кто ты? Если у него не родная фамилия, у него битая ДНК, у него жена родила больного ребенка, причем больного ребенка генетически больного, то есть это второе-третье поколение идет с ухудшением. То есть человек не решал проблему здоровья, не выяснял, что у него. То есть это уже все. То есть вот он сидит на... Как Шульман установил чужих детей и собирается кого-то там обустраивать, не имея ни дома, ни хаты, ни фамилии, ничего. Понимаете, вот такие обустраивщики, прячущие своих детей, как Платошкин, Чубайс и Ленин. Мы живы, будем жить. И трупняком воняющие. Понимаете, поэтому нужно понимать, что такое В. Путин и Кириенко, а В. Путин, общенациональный лидер, это антихрист. Но люди простые не понимают, за что идет ситуация. А война идет очень простая. Кто правит в России, того вера. Или... Кого вера, тот и правит. А вот кого вера, вы не видите, вы не знаете. Это вот демократия. Управление через толпу, кучкой говна, которые обещают все, обещают, языком чесать научились, но ничего сделать не может, потому что они по природе деструкция. Они не могут родить. Они могут построить дом, они могут освоить современные технологии, им нужны постоянные мигранты, которыми они будут управлять, потому что они сами дебилы и не в состоянии освоить ни одной технологии, передать дело своих детей кому-то. Они требуют через национальные системы их ввести в систему наследства, чтобы они наследовали хотя бы то, что они хапают и воруют, а им не дают самое главное – осесть нигде. Поэтому иудеи никогда не имели земли, не имели культуры, ни своего языка. Это просто паразитические чудовища на двух ногах, которые влезают в народ, начинают выживать изнутри. И ставят ложные цели построить, что-то сделать. Там, на самом деле развивают коррупцию, которую мы сегодня видим, где 99% откатов хуесулиных. Вот, пожалуйста, они. Поэтому под них прошли сейчас колоссальные страшные заказы. И те, кто их будет охранять, будут взрываться вместе с ними. Они делали террористический акт, взрывали Александра III. Они топили людей. Они проводили кровавые обряды, начиная с Троцкого. Вспомните, как он кровавые обряды проводил. Убивал тысячами людей. Вспомните, как они отдавали приказы убивать женщин, детей, чтобы навести страх. Сегодня никто объявлять войну не будет. Кедми услышали. Сегодня не гласная война, всех иудеев обили вне закона. Разрешено их уничтоживать. Делать так, чтобы вас никто не поймал, не нашел. Забирать не все активы. Выгонять их на улицы, травить их и так далее. И во всех спецслужбах мира заявили, что полностью в отношении их применить все меры, которые они применяли к русскому народу. И не стесняться. Никаких уголовных дел возбуждать никто не будет. Сбрасывать с этажей их, делать вид, что они застрелились. То есть полностью западным спецслужбам и всему миру, всем спецслужбам мира разрешили против них действовать точно так же, как они действуют на территории Российской империи. Наши силовики этого делать не будут, поверьте. Потому что они все под иудеями. Они все либо пидорасы, либо часть из них, вот как правильно сказал один человек там, видео смотрите в армии, значит, либо они кастрированы все. То есть их там все побрезали. И по этим двум признакам нужно четко понимать, кто служит в армии. В армии не могут быть пидорасы, в армии не могут быть кастрированные, вот эти обрезанные. Потому что, помните, первый декрет Сталина был очистить армию, очистить мужские все структурные подразделения от пидорасов и всей этой мразоты. Они все полностью кишат этим. Поэтому сегодня нужно четко понимать, что все эти технологии будут применять не внутри России, не российские спецслужбы. Поэтому к ним вопросов нет. Если кто-то будет вешаться, топиться, прыгать с этажей, российским спецслужбам вопрос не задавайте. Это не они. Это все делают спецслужбы из-за рубежа. Они пришли сюда. И сейчас стоит последний вопрос. Какой методикой убирать вот эту мразоту? И если что-то случится с ДНК, наследниками Романовыми, которые жили, живут и будут жить, но просто не определяли свои, я бы сказала, ресурсы. Почему? Потому что в России за
происхождения до сих пор убивают. И с 91 года никому из тех, кто владел хоть чем-то, не вернули. Если Прибалтике отдали дома, все, люди начали строить заводы и все прочее, имея ментальную память управления, то здесь ничего никому не отдали. То есть эта паразитическая стая до сих пор сидит в чужих костюмчиках, с чужими фамилиями, понабрали себе дворцов, содержат их за счет, естественно, дураков, которые думают, что они там какие-то там цари, короли и так далее. Ну и, соответственно, вы видите примером того, как Соловей рассказывает, что в холодильнике в морге лежит Путин, они сейчас определяются, какое будет управление государством, они определяются, что здесь будет на территории Российской империи, а с ними никто не хочет выходить на равных разговаривать, они людоеды. Они крысы-людоеды и управляемые еще такими же сумасшедшими. И у них единственная атомная, как говорится, я бы сказала так, граната в руке – это печатный станок. Все, что у них есть – это печатный станок. Больше ничем не владеют. Они никто их звать никак. И сейчас стоит только вопрос, какая спецслужба заберет печатный станок. Все. И здесь переходит управление системой полностью всей России. То есть люди получают печатный станок, они начинают управлять, раздавать финансы. Финансы идут по тех, кто их выпускает в любом количестве, чтобы вы понимали, в любом количестве. Учителя, врачи должны получать деньги. Но откаты не будут проходить. Поэтому сегодня вопрос стоит о Набиуллиной. Больше никто. То есть меняется система Центробанка, а учитывая факт того, что они, твари, говорится, мы их украли деньги. Но если вы украли деньги, значит, вопрос стоит, какая спецслужба сейчас заберет Центробанк. Все. Никаких революций не будет, ничего не будет. Но за ложь будет смерть. За коррупцию будет смерть. И так далее. Меняется система государственного устройства в России. Но законно. И сегодня стоит вопрос, как, что будет с судьями на территории России, этот вопрос должен решить как раз-таки Папа Римский. Почему? Потому что они долго обманывали народ России, никакого В. Путина не было, это был Кириенко. А сейчас стоит вопрос В.В. Путин, общенациональный лидер, которого никто не выбирал, царем не назначал. И будет стоять вопрос, вот сейчас они будут 7 мая там проводить инаугурацию, это в Российской Федерации будет. Никакого отношения к Российской империи это не имеет, и это не на царствование. Но они определяют это как царствование. Поэтому он нам не царь, кричал Навальный. Выявить тех, кто против восхождение на центр антихриста. То есть специально возглавить да обезглавить. Но вопрос стоит, безусловно, Российской империи. И есть наследники, есть контракты, есть договора, есть активы, залоги. И иудеев не пускают в эти переговоры. И они бесятся и злятся. Они 100 лет убивали, насиловали, искали по ДНК родственников Романовых. Они убивали весь русский многонациональный народ, чтобы зачистить его, привезти сюда мигрантов. Потому что в России не привозили никаких мигрантов. Здесь хватало крестьян, трудового населения и так далее. В Америке, вы видите, они понавезли туда из Африки, откуда только не везли, потому что они могут паразитировать только на каком-то народе. Без него они не могут жить. То есть глисты живут только в теле жертвы. Это нужно понимать. Поэтому сегодня не везут мигрантов, нужно кем-то паразитировать. Вот и все. Сами они тупы, бездарны. Никакое государство они не построят. Вы видите, что они в Израиле устроили. Они уничтожали народ, чтобы зачистить территорию. И они в этом признаются. А сегодня их дети, которые защищали палестинцев, приехали сюда и в Украине убивают в спину, соответственно, имитируя себя каких-то русских украинцев и русских. Прямо в окопах. Просто мясо делают, мертвое. Для того, чтобы потом кормить этим мясом тех, кому они запретили взращивать фрукты и так далее. Этот товар, по данным, которые мы имеем, отправляется, естественно, как питание переработанное, кормить людей. Вот что происходит. Поэтому это реальные людоеды, это реальные, ненормальные, это психи, у которых печатный станок, которые не понимают ценность ничего, никакой экономики не построят. И они сейчас сделали глобальный кризис. То же самое, только такой же кризис был. Великая депрессия в Америке, ничего нового. Тогда была Великая депрессия, кризис в Америке, их вырезали за одну ночь. А сегодня глобальный кризис. Вырезать их никто не будет, их будут просто ликвидировать. Вопрос стоит методики и законности на территории Российской империи, потому что они копались именно здесь. Здесь и копались. Поэтому Медведев – это Кириенко. Российская Федерация, президент В. Путин – это Кириенко. Общенациональный лидер В.В. Путин. Вот сейчас должен ответить непосредственно Папа Римский. Почему? Потому что обман нетерпим. И Россия, и Российская империя – это царство живых, а не мертвых. Поэтому кто правит живые, та и вера. Они кого вера? Неизвестно кого, антихриста, пустой стул, а вокруг бегает дрянь, не берущая на себя ответственность, обезличенная, тот и правит. Нет, в России будет кто правит, того и вера. Так было, так есть и так будет. А вот где вера, тот и правит, это пойдет в никуда. И кто с этим не согласится, ну, это их проблемы. Если у них с головой не в порядке, они не понимают, что такое Российская империя, кто здесь правил, правит и будет править, это их большие проблемы. И сейчас вот этот глобальный кризис будут выбирать РУ точно так же, как Рузвельт. Но руками не советских, не российских спецслужб, потому что они будут переструктуризироваться в ближайшее время, я думаю, и там пройдут чистки пидорасов и обрезанных оттуда выкинут чертовой матери. И русская армия обретет свою силу, обретет свой дух, обретет
равенство через честь, а не через смерть. И таким образом русская армия станет лучшей армией в мире. Я думаю, что это буквально будет в ближайшие месяцы. Ну, наверное, вот так. Так что сейчас решается вопрос Папы Римский. После него начнутся, я думаю, серьезные достаточно телодвижения. Восстановление закона легитимной Российской империи в рамках той, что она была. Ну и, соответственно, очищение территории от той дряни, которая возомнила себя, что им дадут наследственное право землю. Вот так.